седьмой день для Бога. Библия говорит, шесть дней трудись, седьмое для чего? Для кого? Для Бога. Так нагружает шесть дней. Если ты еще не Богом не восполняешься в тайной комнате, не просто там просишь, а не восполняешься. А, сейчас включим. Да, нет, еще ж мы не начали служение. Ну, да. уже интересно. Да. Седьмой день восполняется. Потому что, если бы я не восполнялся каждый день, седьмой день не отдавал от Бога, то, наверное, я был уже у Бога. Слава Богу за Бога. И всякий, кто почитает Бога, день седьмой, ибо написано в Новом Завете, повторял, повторяю и буду повторять, что из закона остаются что? Суббота. Ни жертвоприношение тельцов, а вновь Иисус Христос себя принес. Да. Ни даже из закона деньги остаются, хотя послание евреям пишет, что Леви, будучи сборщиком десятин, сам дал десятин. То есть, но даже не это он сказал, как закон. Это любовь твоя должна нам принимать. Но он сказал, суббота, день покоя. Они не вошли, потому что они не приняли субботу. Они думали, что просто они день не приняли. А оказывается, господин субботы, господин покоя. Да как вот это воскресенье? Говорит, а воскресенье нормально, седьмой день. Пусть это будет воскресенье, твоя суббота. Аллилуйя. То есть, чтобы войти в день покоя. Аллилуйя. Вот пастор Владимир Дзюба перенес служение на субботу лет года 4 назад, или 5. Потому что ему открылось это. А у меня как-то всегда не так складывалось, что в воскресенье не было мне места. Так что, и Бог так дал, что мы чувствуем этого господина, его мир, его покой. Кто чувствует, положите руку. Аминь. И кто стремится сюда не потому, что надо идти, не потому, что даже сегодня служение исцеления и причастия, это тоже хорошо, это нужно. Сегодня отец Сергий будет молиться за вас. Но потому, что сегодня суббота, седьмой день, в нашей церкви это седьмой день. У епископа Балюка будет завтра седьмой день. Воскресная суббота. Аллилуйя. Иисус не пришел нарушить закона. Знаете, в чем был закон? Он не нарушил субботу, не воскрес субботу. Он воскрес первый день рабочий, который потом стал для кого-то субботой. Воскресение. Он не нарушил закон. Но и мы приходим не как законники, а как почтить господина нашего отдыха, чтобы войти в его покой, и чтобы обетование от бытия первой главы, да, оно что? Сбылось, что еще первая глава, и сам Бог, что почил, и все святые с ним пришли в мир, да, благословения и покоя. Давайте воздадим Богу славу и помолимся короткой молитвой, прежде чем прославим Бога. Аллилуйя. А молитва наша будет не прошение, а как у Давида. Дорогой Небесный Отец, мы превозносим в этом собрании единого Бога, живого Бога неба и земли, Создателя нашего, и Сына Его Иисуса Христа, и Духа Святого, присущего с нами. Благословен Ты, Господь, суверенный Бог неба и земли, и нет других богов под небесами, Господи, ибо Ты един и один, и Тебе вся слава и честь, и мы собрались во имя Господа Иисуса Христа, и Ты посреди нас, Ты посреди этого собрания, да не владычествует здесь ни один человек, ни одна душа, да не прославится ни одна плоть, только имя Господа нашего Иисуса Христа, и прославит Дух Святой Отца на небе, и прославится Дух Святой с нами, и откроет нам благодатью это служение во всем прославление, в молитве, в слове, в дарах, исцеление, чудотворение, знания. Благословен Ты, Господь, и мы благословляем Твое святое имя во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все сказали аминь. Воздадим Богу наше аплодисменты. Слава Иисусу, и мы будем славить Бога.
Аллилуйя! Жаждай сердец, соедини, и
Не превозносим тебя!
науки на правах были страдания. И целый мир он сыновей себе собрал, избавил всех людей от наказания. На крест даяте сына нам отдал, на крест науки на правах были страдания. И целый мир он сыновей себе собрал, избавил всех людей от наказания. Давай, 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 и беда стал. Давай, 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 его любовь. Давай, 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 тебе даста. Иисус отдал свою святую любовь. Давай, 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 мир и добро. Наполнен до избытка вас отец. Он белый полночи рыбу трясенной. Великой благодатью поверь. Он избитый победитель красив. Там благодать, спасение и любовь. Он щедрость изливает на любовь. Он спит и победил, и простил. Там благодать, спасение и любовь. Ой, да я тебе милость на мир. Он щедрость изливает на любовь. Давай, 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 ты мне даст. Давай, 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 его любовь. Давай, 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 ты мне даст. Иисус на нас свою святую любовь. Давай, 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 мир и добрый. Наполненный вспыхнул отец. Он мир помнящий, но и утрясенный. Великая благодать им поет. Нищитость и без Бога не даяйте. И только план Иисус единый Бог. Пройдет через пустыни испытаний. Он изливает благодать и полный рот. Нищитость и без Бога не даяйте. Иисус единый Бог, пройдет через пустыни испытаний, Он изливает благодать и полный рот. Давай, 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 тебе даста. Давай, 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 его любовь. Давай, 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 тебе даста. Иисус на нас свою святую кровь. Давай, 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 мир и Бог. Наполним до испытка вас отец. Он мир и помощь, и мир увлечённой. Великая благодать ему дает. Давай, 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 тебе даста. Давай, 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 его любовь. Давай, 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 тебе даста. Иисус отдаст свою святую кровь. Давай, 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 мир и добрый. Наполним до испытка вас отец. Он мир и помощь, и мир увлечённой. Великая благодать ему творит. Прими, 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 прими. Его богатство, славы, любовь. Спасение в них наше честнево. Чашу вина, что есть за это кровь. Прими, 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 прими. Его богатство, славы, любовь. Спасение в них наше честнево. Чашу вина, что есть за это кровь. Его богатство, славу и любовь. Спасение и грех наше честнево. Чашу вина, что есть на это. Прими, 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 прими. Его богатство, славу и любовь. Спасение и грех наше честнево. Чашу вина, что есть на это. Прими, 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 прими. Его богатство, славу и любовь. Чашу вина, что есть за это кровь. Чашу вина, что есть за это кровь. Чашу вина, что есть за это кровь. Аллилуйя! Поддайте Богу аплодисменты, а Бог придает на нас славу. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господи! И Евангелие от Марка говорит, что уверовавшие сопровождают знамения. Сегодня служение исцеления. Не те знамения, которые люди искушают Бога, а говорят, что ты достиг совершенства, и пастырь на служение берет змею гремучую и говорит, вот я достиг совершенства. Нет, возложите руки, что и больные исцелят. А когда надо змею откинуть,
Ты возьмешь ее в руке, доводя но и откинешь. Что сделал Павел? Скинул, да, змею? А не говорил, что он достиг совершенства. То есть, ну имейте премудрость. Сегодня у нас уже не исцеление будет служить отец Сергей Суравлев. Давайте поприветствуем его нашими аплодисментами. Сегодня также будет служить своими стихами пастор наш Валерий Васильевич. Давайте поприветствуем его. Мы также благословляем Валентину Ивановну, это конкурса с Васильевичинами. Много этой церкви без ответить, что вы сами помогли, поэтому мы благословляем приветствуем Валентину Ивановну. Аллилуйя! Давайте еще также поприветствуем. Сегодня у нас хороший день. Поприветствуем сестру Людмилу. Это жена пастора Валентина, которая две недели назад, да, ушел на небо. Да. Воздадим Богу славу, и она пришла к нам. Это человек, который слепой, был пастором, вел служение в городе Переяслав, Хмельницке. И потом у него еще случилась беда, пошла гангрена. И он еще без ноги, уже не будучи слепым, без одной ноги, образовался в одной из церкви Переяслав служение прославления, друзья мои. И вот он играл на аккордеоне, на почти на всех музыкальных инструментах. И царство ему небесное, а сестре Людмиле да будет утешение и радость, что он пошел на небо, а не мучается на земле. Дайте еще раз поприветствуем Людмилу. Слава Богу! Мы все вас я приветствую на этом месте. Бог всемогущий, Он нас каждого нашел и взлет. А мне так было видение, первую ночную молитву, это уже через 2 года после того, как я встретился с Богом, и первую ночную молитву было видение, что вот такой ров, сейчас будешь петь Бог всемогущий, вот такой ров, знаете, вот так вот земля, и вот такой ров, как стаканчик, черный-черный такой ров, и глубокий, узкий, глубокий, и я себя ощущаю, что я там внутри чуть-чуть не достаю до дна. Хотя я считал себя честным, порядочным, благочестивым человеком. И там вот такое вот, как рисуют дети, точка-точка огуречек, вот такое вот 4 палочки и кругляшочек, да, то есть это... И потом вижу такие 2, как седые руки, такие сверху пальцы показывают на меня. И мне стало так страшно, я светился в этой темноте. И мне так стало так страшно. Это такое видение, это не вас нет, а наяву я закрыл глаза и увидел. Я говорю, и я понял, что я туда до дна не достану, а буду подниматься. И голос говорил, что мы его знаем. И на тот момент я вышел после этой молитвы, когда еще 2 часа была молитва, и засвидетельствовал, сказал, вы знаете, я знаю замминистра Советского Союза, дружу, вхожий мой дом. Я знаю многих почетных как бы людей, правителей, бизнесменов там, которых как бы общался я. На тот момент даже помогал церкви снимать здание, ибо запрещено было. Вот. А тут, говорю, у меня большая радость. Говорю, все связи, что имел, меня не интересуют. Я сейчас имею связь с всемогущим Богом. И он меня знает. Я говорю, ну я вот такой вот маленький. И ко мне мой пастырь подошел, расти. Расти, говорит. Поэтому пусть Бог, так как пишет Писание, что нам следует умоляться, а ему возвеличивается, то пусть мы растем в Боге, возвеличиваемся. Поэтому, когда будете петь эту песню, просто вспомните, откуда вас Бог вытащил. Вот, он, эта песня, гимн пятидесятников, Бог всемогущий. Давайте, пусть это будет наша молитва, благодарение к Богу, аллилуйя. Мы будем петь молитву, это здорово. Аллилуйя! Не просто прославление, поклонение, а наши сердца и благодарение. Нашел меня, Бог всемогущий.
весь мир прославит Его. Спасибо.
синего говорит, его чудеса и слова освещают запасы земли. Господь велик, сила и могущество веку, веку. Ибо Господь царствует, Бог Господу вся земля, о спасении Его говорит, Его чудеса и слова освещаются по всей земле. Душа моя, танцуй, танцуй, танцуй при Господа. Ликуй, 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 душа моя, ликуй, ликуй, ликуй при Господа. Танцуй, 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 душа моя, танцуй, танцуй, танцуй при Господа. Яхве, ты наш Отец, мы ждем великой могучей славы Твоей. Яхве, вера, начало и конец. Всемогущий Бог, Творец чудес. Яхве, ты наш Отец, мы ждем великой, могучей славы Твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты всемогущий Бог, Творец чудес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ликуй, 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 душа моя, ликуй, 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 при Господа. Танцуй, 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 душа моя, танцуй, 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 при Господа. Будем славить Господа в нашей сердце, будем славить слово песни на устах. Аллилуйя! Снова песни на устах! Аллилуйя! Опа на полотняна! Кто чувствует, друзья?
да? Слава Иисусу! Аллилуйя! Поприветствуем Валеру Васильевичу, дорогой наш! Рады тебя видеть, большой микрофон. Вот. А он поприветствует, в свою очередь, церковь с сильным народом. Аллилуйя! Включите ему громче. Добрый день, церковь. Задаю вопрос. Пастор Константин в прошлый раз свидетельствовал о томлении духа. У кого томится дух? Поднимите руку. Тогда принимайте. Хороший вопрос. Да, да. Так почему томится дух? Что такого в плоти происходит? Ваши мысли пускаются вслух. Дьявол, словно рыкающий лев, по пятам за вами бродит. Дух томится? И как же мне быть? Как остаться мне в Божьем покое? Продолжать надо просто мне жить, прочь отбросив весь негатив, все плохое. Мир, покой — это все хорошо. Но душа сном опять томима. Дух Святой говорит еще. Богу надобно чаще молиться. Я свидетельствую, братья, вам. Не боюсь вовсе я смерти, поклоняюсь родным небесам. Я прошу вас мне, просто поверьте. С благодарностью к Богу скажу, что друзья мои тоже родные. Мы единая с Богом семья, родственники во Христе, а не просто чужие. Почему же томится ваш дух? Брат, вопрос задавай этот Богу. Коль к нему направляешь свой дух, благодать получаешь ты снова и снова. Почему же томится ваш дух? Воздайте Богу славу. Аллилуйя! Это, все это я сказал в два раза длиннее и в прозе. Но у него такой дар вот, от Бога все это переносить в стихи. Аллилуйя! Проповедь пастора Константина была на тему исхода, да? Давайте послушаем, что говорит Бог стихами. Господь сказал преступнику: со мной сегодня будешь ты в раю. И также он воздал к отступникам: к вам, братья, я свою молитву обращу. Ты всем даешь нам понимание, что мы живем в иной стране. Мы получаем твои знания, чтобы не остаться в стороне. Духовные младенцы, а также всех мастей супердуховные. Что происходит в Божьих церквах? Присутствие ушло духовное. Сегодня есть реалия, увы и ах. Пустила церковь мир и суету в свой дом. Встречают по деньгам, одежде и автомобилям. В церквах баталия сплошь рядом и кругом. Все это бич, не Божьи идиллии. Духовная пустыня — это страшно. Идешь неведомо куда. А Моисей по Божий, Божий шел бесстрашно в землю обетованную. Туда, туда. Вы не войдете в благодать Христову и не купаться в ней, как это делал Ной. А Божий глаз не даст покрова вам, если все же вы такой. Исход, смерть, воскресение – прообразы для выхода из мира. Исход Израиля – противоположную страну для сеяния. И Руф таким же образом спаслась по милости кумира. Господь ведет нас в небеса обетованные. Ему не важно, кто ты есть – или русский, или украинец, или иностранец. Вам, господам, оказана такая Богом честь. Содом с Гоморрой не для вас. Он был, он есть. И пока будет. Иисус Господь давно нам оказал иную честь. Пока Отец и Сын на небесах нас судят, так пусть закроются уста, что нечестивость возвещают по воле Божьего перста. Вас, верующих, Бог с исходом поздравляет.
воздать ему славу. Ну это целая поэма, Валера Васильевич. Аллилуйя. Спасибо, дорогой. Или еще есть? Есть еще. Ну давай, послушаем еще один. Я хочу вас обратить ваше внимание, особенно те, которые имеют интернет, Facebook. Там зачастую бывает всякая полемика. И на духовные темы, и на будь что. Вспомните Иисуса. Когда его не понимали или не хотели принимать, он что делал? Он поворачивался и просто уходил. Написано в слове, не ходи на собрание нечестивых. Если вы чувствуете, что начинается такое собрание, не ходите туда. Мы с пастором беседовали вечером, поздно. А утром я ему прочитал то, что прочитаю сейчас вам. Пропаганда. Мой брат живет в оковах пропаганды. Возмездие пытается вершить. С высоких вроде гор нам шлет свои десанты. Мысль будоражит. Надо мне спешить. Соринку и щитом в глазах прохожих, бревна не замечая в собственных глазах, пытаясь разглядеть тату на кожах. Отход от Господа, существование в иных мирах. Подмена пропагандою сильна. Когда все искажает Божье имя, так дьявол сеет семена. В десятку бьет неуязвимо. Исход он Господом был предрешен. В те стародавние часы. И актуален он поныне. Для тех, друзья, кто Господом прощен, а любая пропаганда есть не что иное, как подрыв на мине. Кто в Слове Божьем продолжает путь, тот любит Господа всем сердцем. Духовной пропаганды, познавая суть, тот Царство Божьего собратьям открывает дверцы. Нет, мы не прячемся за обличением. Мы просто молимся за них, пропагандистов, тонущих в сомнениях. В молитве Господу родился этот стих. Аллилуйя! Ну и финал. Украинскую мову. Господь, он великий, он разноязыкий. Это величайший поэт, которых никогда не было и, наверное, никогда и не будет. Поэтому воздать ему славу за все, что он дает и делает для каждого из нас. Дает возможность записывать эти шедевры, как пастор назвал. И именно записывать. Той, кто щиро любит справу, любит той свою державу. Кто духовно робить справу, любить Господа державу. Усі зусилля об'єднаємо, щоб в країні врешті-решт Боже сяйво зігрівало, а всі інші під арешт. Промінь духа скрізь літає, хто звернеться до небес, в тому сяйво заіграє, будеш сяяти, як Ефес. Той, хто цьому щиро вірить, Бог тому відкриє дар. В дар цьому перевірить, який справжній ти вратар. Зрозумівши Божу милість, не повернешся назад, Божу справу не покинеш. Він запросить на парад з часом дружити, побачиш, яка милість у нього. Справжній Боже, не інакше приведуть вас до всього. Той, хто робить щиро справу, той отримає в свій час ключі брами до держави, до цього Господь нас спас. Воздайте Богу славу. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Давайте задавим аплодисменты. Слава Иисусу. Мы бы хотели благословить детей, День знания сегодня. Идите, дети, которые сегодня не пошли на День знания, а пришли прославить Бога. Они сказали, все равно учиться мы будем в понедельник. Но мы говорим, что порядок есть порядок, но если им разрешили, значит они пришли получить еще благословение в День знаний, чтобы у них были не только знания, которые они приобретают в школе, но премудрость от кого?
от Бога. Премудрость от Бога, она дает правильно использовать знания, а не просто получить оценку и забыть. Да? Согласны? Вы с праздником хотите в школу? Нет? Ну, надо же учиться. Ходите в школу. Уже накупались в морях, там у бабушки отдохнули. Вот, и мы вас давно не видели, что даже Надежда подумала, что вы в гости пришли. Что? А вы здесь навсегда. Господи, вот подтяните руки на них. Во имя Иисуса Христа помазываем, чтобы они были мудрые, крепкие, здоровые. И пусть твоя Божья рука и дары знаний, премудрости, благословения Божия дает им легко учиться быть первыми, а не вторыми, чтобы благословением Божьим они принимали легко, были примером хорошим для тех своих друзей, учеников, и чтобы ангелы Божии охраняли их от всяких похотей, юношеских, детских, чтобы сила и крепость Бога, любви, сердца и также благословения во всем было в нем. Все, что им надо материально приложиться, Господь, пошли им через папу с мамой и сверхъестественно. Аминь. Аминь. Мы также благословляем всех ваших детей, которые идут в школу, внуков, детей, во имя Иисуса Христа, чтобы они действительно, когда учатся, не забывали, кто Бог, всегда дает память, премудрость и знания. И мы благословляем ваших детей, чтобы они были, в них был свет Божий. И если вы их наставите на путь Божий, то вы их в старости не будете знать горя. Спасибо тебе, Господи, за детей улицы, сирот, Господи, больных и инвалидов, которым ты прикасаешься по нашей молитве там, где они находятся. Во имя Иисуса Христа мы благословляем также наших взрослых детей, чтобы благодать спасительная посетила их во имя Иисуса Христа, по нашей молитве, по милости Господней, во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если мы еще сегодня это не видим, то мы верой принимаем слово, что спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Аминь. Ну так воздайте аплодисменты Богу. Слава Богу! Ну, Назар у нас уже служитель, мы еще благословляем Звершковские, они еще должны подойти, уже Митя приехал, и вчера вроде он водил детей на линейку, а сегодня обещал прийти, то есть, аллилуйя, слава Богу. У кого школьники есть, помашите рукой, вот, слава Богу за ваших школьников. Идите, присаживайтесь. Ну а кто родился в сентябре месяце? И Дима за тебя поговорит. А кто еще? Один Валера Васильевич в сентябре месяце родился. В это время пока давайте возьмем наши десятины. Я много не говорю, пожертвования. Там есть коробочки для милосердия. На годовщину там, если у вас есть сердце, не просто любовь, а любовь, которая дает, давайте, вам воздастся. Давай, 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 тебе дастся. Не будем уговаривать, не будем говорить, что ты под проклятием или еще чего. Но поднимите, написано, и священник благословит. Господи, мы благословляем всякую руку дающую, дабы все, что отпускается в сердце, чтобы открыты были небеса, чтобы действительно не было пожирающего, не духовное пожирающее, не морально, душевно, не физически, не дома, не на огороде. Пусть от всего будут даяния Господа. И пусть мы уберем всякий контроль, чтобы семя умерло, чтобы действительно ты воздал нам во имя Иисуса Христа. Аминь. А мы благодарим Бога за нашего именинника. Давайте поприветствуем его. Еще и именинник. Какого числа? 4-го. Давайте его помажем благословим этим елеем, которое мы дарим всегда духовный такой подарок, мы уже осветили это масло. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И пусть это будет елеем Твоим, мы помазываем во имя Иисуса Христа, чтобы дух крепости, творчества, все, что для чего Ты призвал, укрепляй его, дабы он сочный, крепкий был, стройный. Во имя Иисуса Христа, здоровый, наполненный, Господи, как
моложе молодых во имя Иисуса Христа. И слово, которое ты в него вкладываешь, пусть радует не только его, но тех, кому он доносит его. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давай, мой, куда убежал? Песню тебе спою. На, это подарок еще. Аллилуйя. Всей душой поздравляем, счастья, мира желаем. Во Христе Он Господь наш Царь. Мы победа навеки, сила, радость и крепость наш Господь Иисус. Он наполнил Дом Шахоя. Поздравляем, песни этой мы поем. Богу воздаем. С днем рождения поздравляем. Славу Богу воздаем. Всей душой поздравляем. Счастья мира желаем. Во Христе Он Господь наш и Царь. В нем победа навеки, сила, радость и крепость наш Господь. И Иисус Дружно хором поздравляем, песни этой мы поем. С днем рождения поздравляем, славу Богу воздаем. С днем рождения поздравляем, славу Богу за вас. Спасибо! Поздравляю! Он заранее все предусмотрел. Я даже просто не ожидал. Я вам хочу еще посвидетельствовать. Когда было водное крещение, три крещения за лето, я пропускал. И потом объявляют, будет четвертое крещение 4 сентября. Я говорю, ну это я не пропущу. Что вы думаете? Я просто забыл, что в этот день у меня физический день рождения. Это было на Тельпине,